Ну и начнем с информации от синоптиков. Сильный дождь и снег ожидаются в нескольких регионах Казахстана. По данным Казгидромета, обильные осадки пройдут на севере и востоке страны. Возможен снег, лишь на юге будет ясная погода без осадков. По республике порывистый ветер, гроза, на севере град, в центре шквалистый ветер. В 5 регионах ожидается высокая пожарная опасность. Дожди накроют и столицу. В Астане прогнозируют 7 градусов тепла. Порывистый ветер до 7 метров в секунду.